Танцуем вместе под эту песню. Танцуем вместе под эту песню. Так, ну чего, закончилась у нас произвольная программа в соревновании женщин. Выиграла Анечка Щербакова, и вообще вот эта произвольная прошла довольно предсказуемо. Мы об этом говорили как раз-таки до старта соревнования, поэтому никто не должен быть удивлен. А если кто-то удивлен, то срочно бегите к зеркалу и говорите «Привет, тупорылая обезьяна». Ну, по прокатам тогда попозже чуть поговорим. По Ане, по Мае, а пока можно только порадоваться. Девчонки молодцы. В том числе и Сонечка Самодурова, о ней мы уже ранее поговорили. Так что то, что касается наших фигуристок, все довольно здорово.